Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами поговорим о помаде для губ. Я уверена, что большинство женщин имеют 2, 3, 4, 5 и даже больше помад. У меня у самой около 30 оттенков помад, блесков, стойких помад. А сегодня я вам покажу новинку, которую мы ожидаем во втором каталоге компании Oriflame. И мне, как официальному обозревателю, прислали на обзор один образец, оттенок красное вино. Эта помада интересна тем, что у нее повышенная стойкость, она питает, увлажняет губы, удобнейший такой анатомический стержень помады, что позволяет красить губы без помощи кисти и контурного карандаша. Ну и что важно, эта серия The One, и она обновилась, будет 20 новых оттенков. И посмотрим, как помада лежит на губах. Конечно, красные такие сочные оттенки рекомендуется носить предварительно, обведя губы контурным карандашом. Но мне интересно попробовать, как помада ляжет без контура, поэтому мы сразу приступаем к делу. Идеальное нанесение. Я заметила, что я только прикасаюсь к губам, и сразу остается на них красивый плотный оттенок. Наношу следующую часть губ. Как сочно, ярко, очень приятно. У помады тонкий-тонкий, легкий такой сладковатый аромат. Но он ненавязчивый, что очень важно. Я заметила, что дизайн этой помады выглядит интереснее, чем предыдущая помада. Давайте рассмотрим черный колпачок. Сверху выбита надпись The One Stockholm. И когда мы открываем упаковку, то на самой упаковке серебристой тоже выбита The One. Замечательно. Выбирайте себе оттенок и помните, что при покупке новой помады в каталоге номер 2 вы в подарок можете выбрать себе любой оттенок контурного карандаша для губ тоже из серии The One. Желаю всем приятных покупок. Всего доброго, пока-пока.